Эдуарда Садов «Сатана». Ей было 12, 13 ему, им бы дружить всегда. Но люди понять не могли, почему такая у них вражда. Он звал ее бомбой, а весной обстреливал снегом талым. Она в ответ его сатаной, скелетом и зубоскалом. Когда он стекло мечом разбивал, она его уличала. А он ей на косы жуков сажал, совал ей лягушек и хохотал, когда она верещала. Ей было 15, 16 ему, но он не менялся никак. И все уже знали давно, почему он ей не сосед, а враг. Он бомбой ее по-прежнему звал, вгонял насмешками в дрожь, и только снегом уже не швырял, и диких не корчил рож. Она же гневом своим полна, привычкам не изменяла, и так же сердилась, у сатана, и так же его презирала. Ей 19, 20 ему. Они студенты уже, но тот же холод на их этаже. Недругам мир ни к чему. Он бомбой ее уже не звал, не корчил, как в детстве, рожи, а тетей химии величал, и тетей колбою тоже. Она же гневом своим полна, привычками не изменяла, и так же сердилась, у сатана, и так же его презирала. Был вечер, и пахло в садах весною, дрожала звезда, мигая. Шел паренек с девчонкой одной, домой ее провожая. Он не был с ней даже знаком почти, просто шумел карнавал, просто было им по пути. Девчонка боялась домой идти, и он ее провожал. Потом, когда в полночь зашла луна, свистя возвращался назад. И вдруг возле дома... Стой, сатана! Стой, тебе говорят! Все ясно, все ясно! Так вот ты какой! Значит, встречаешься с ней с какой-то фитюлькой, дрянной пустой. Не смей, ты слышишь, не смей! Даже не спрашивай, почему. Сердито шагнула ближе, и вдруг, заплакав, прижалась к нему. Мой, не отдам никому. Как я тебя ненавижу!